Spre destinații, Franța, Germania, Anglia. La noi nu este control de documente, control de documente pe sală înainte. Вот я лечу в Москву, я лечу, у меня да. вид на жительство, у меня вакцинация, но меня не зарегистрировали. Что не зарегистрировали? Нет, они меня заставляют прийти сюда, заплатить 450 лей и пройти экспресс-тест. Тест. Я не понимаю, зачем это надо. В связи с тем, что я не гражданин России, а всего лишь имею только вид на жительство. И вы не можете лететь домой? Не могу, они не регистрируют, отказываются. Și Moscova tot e în lista țărilor care nu pot să zboare. Eu întreb foarte serios. Moscova, Franța, Italia, Marea Britanie, s-au schimbat mai multe Moscova țări. Moscova doar cu PCR-ul puteți călătorie. Doar cu PCR-ul. Dar nu ține de competența noastră să vă informăm. Dumneavoastră este control de documente unde puteți Nimeni informa. Nu vrea să vorbească în aeroport. Eu pentru că asta e statul nostru. Вылетал сегодня из аэропорта Кишинева авиакомпании G7. Хорошая компания, мне нравится летать с ними. Но их представитель у стойки регистрации мне показалась не совсем адекватная девушка по имени Влада. Вот. В чем заключается? Значит, ну почему я такие выводы сделал? Во-первых, потому что она не позволила мне зарегистрироваться, пока я не пошел и не сдал тест на ковид за 450 лей. Хотя я привит, и у меня прививка, тест не нужен. Но всех пассажиров, у которых нет гражданства, а есть вид на жительство в России, обязали пройти тест, несмотря на их прививки. И как уже заебал этот аэропорт, это альфа-диагностика. И эти, так сказать, стригуны овец. Вы уже утомили полностью, блядь. Оставьте жить. Вот я приехал, прилетел в Москву, блядь. Никто не спрашивает ваши сертификаты альфа-диагностик. Вообще никто не спросил. И мне хочется засунуть хозяину альфа-диагностик, этот сертификат в жопу, потому что я понимаю, почему, блядь, эти все крысы направляют всех пассажиров на эту альфа-диагностик. Ради денег 450 лей. Крысы вы вонючие, блядь. Вот что я вам хочу сказать. Альфа-диагностик, Кишиневский аэропорт. Вы вонючие крысы, блядь. Ай, целую вас.